нет охоты, это позволило нам увеличить численность дичи. То есть начиная от кабана дикого и заканчивая тем же самым фазаном, то есть косули. То есть действительно сейчас это можно невооруженным глазом даже увидеть близко. Истреблялось, потому что это было за деньги, да, то есть было тогдашним украинское общество охотников и рыболовов продавать отстрелочные карточки, потому что они на этом зарабатывали значительные деньги. В случае браконьерства, у нас есть рейдовые бригады совместно с органами Министерства внутренних дел, мы проводим постоянные рейды.